Между селами Варваровка и Суко работает популярный автокемпинг и дайвинг. Желающих активно провести время с пользой для здоровья много. Реклама услуг видно сразу, баннеры висят около дороги. Там же стоят палатки и спортивный инвентарь. Только вся эта деятельность развернута здесь с ущербом для природы. Сделали дикий съезд, повредили мерное ограждение дорожное. За это предусмотрено наказание по статье 12.33 на физических лиц от 5 до 10 тысяч, на должностных до 25 тысяч. Следующая точка проверки – хутор Уташ. Овощи, фрукты продают на обочине в нескольких метрах от дороги. Покупатели оставляют машины под знаком «Остановка запрещена». Стихийный рынок сельскохозяйственных продуктов открыт в зоне отвода придорожной линии без необходимых документов. Таких предпринимателей накажут рублем. На физических лиц от 5 до 10 тысяч и также по статье 11.21 от 1000 до 1500. Сотрудники роты ДПС регулярно проводят мониторинг торговых точек в придорожной зоне дорог федерального и регионального значения. Борьба со стихийными рынками идет полным ходом.